И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Scrap Mechanic, будем поднимать вам настроение. Если вы пьете и кушаете, приятного аппетита. Диманчик, поздравайся. Всем привет. О, это большой ТТН, который взорвется, если я стрельну. Подожди, а что с него? Димон, стреляй, с него что-то вылетает. А, он из картона сделан. Давай постреляем, давай его разламываем. Ого, ничего, я же испугался. Вот это же, а что это внутри было, что оно все горит? Там была куча бомб. Эпично, эпично. Целая куча бомб. Я прям разогрелся от взрывов. О, летающая шляпа. Это ракетка. Так, а как на нее забраться-то? О, смотри, как она открывается. Все по-человечески. А давайте со стороны посмотрю. О, это летающий туалет какой-то. Не, значит, он не полетит. Или надо... О, Димон, я знаю, что надо сделать. Сейчас. О, а как ты резко? А мощи хватило. Так, а теперь как сделать? Как это странная штуковина. Украсим ее. Все, Димас, мы полетели. Все, давай, ты сейчас полетишь. Летите. Взрывай. Ого. Ничего себе от нее это осталось. Блин, раньше предметы не сгорали. Дима, смотри, карта чистая, считай. Да, круто. Раньше валялись, теперь вообще ничего не остается. Так, это, Дима, ты когда нету ролика. А чё, подожди, дай посмотрю, что там со мной. А, я груст, а не, ролики есть. О, он сейчас fucking shit покажет. Ого, смотри. Ха-ха, я такого еще не видел. Это что такое? Мясо. Или fucking shit. Ничего себе, это механизм. Рука слаживается, из разлаживается. Из Майнкрафта что-то. И чё, и все? А та рука? Давайте проверим, та рука связана или нет. А, не, только одна. Димас, смотри, что будут делать. Давай, никого не взрывай, давай побольше наставим. Этих штук. Короче, накачали моды на взрывы. Мне так это нравится. Все больше и больше. Да, я прям на жопе наставлю здесь. Получается, пол туловища Димон останется. Все, погнали. О. Чего? О, жирафа. Я в ней могу еще хвостом машить. А я иду на работу в зоопарк. Давай. Не-не, он сейчас будет смешным. Так, уберите его с подставки. Хорошо. Он начинает бегать сразу. Сейчас я ему тут... Я ему немножко поменял. А, понял. Язык у него, Димон, видел язык? Я угораю, розовую мотню поставили. А, он медленный стал. Теперь на нем можно кататься. О, синхроненько, Димон. Ти-ти, да что ж такое? Главное, он не падает. Смотри. Все, Димон, ты его успокоил? Ну да. Ничего себе, он даже с ней подняться не может. Бум. Жираф такой уже все, упал поспать. Классный вертолет. И еще, да, моя мечта с пушкой, с пулеметом. Он картонный? Блин, надо, чтобы картонный сделали. Мы туда войну на вертик как бы запилили. Все, я за пушкой сижу. О, я управляю пушкой. Воу-воу-воу. Вверх-вниз можно, да? Блин, классный вертик. Вообще идеально просто. И не лагает ничего, раньше такие постройки подлагивали. Видно, оптимизируют, да, Димон? Не, Димас, прям вот направо поворачиваешь, направо, налево, налево. Да, налево летит, понял. Потом вперед. А, у него датчики встроенные по бокам в этих штуках, чтобы я вижу. Чтобы вниз спуститься, просто тройку нажимаешь, вверх, двойку. А ну попробуй его перевернуть, перевернется или нет? А никак, я не знаю. А, видишь? Классно, опять видишь. Разобьется или нет? Давай проверим, разломается? Он, а, у него лыжи мягкие. А не, Димон, одна лыжа разломалась, а смотри. Ну-ка. Да вылазь, кабан толстый. Да, что-то у него подорвалось. О,
да. грузится. Грузится? И загрузится. Ничего, даже подставки сделал чувак. Вот молодец, красавчик. Уважу. Ого. Смотри, сколько там всяких штук заскриптованных есть. Вижу, вижу, да-да-да, очень много. Так, что, Димас, попробуем, не залагай. Да, роняй, там они будут лагать, я уверен. Или будет. А чё лагает-то? Может, ускорители надо поставить, не? Жесть. Блин, ну, классные постройки, чё налагает? Чё надо сделать, чтобы не лагало? Так, ладно, ладно, Димас, не расстраивайся. Не урчи, танк есть классный. У нас ещё есть, да, танкусик. Тоже лагает, который, да что такое? Который лагает. Перехвалил я скрап-механик, что он очень оптимизированный. О, перестало лагать. Подожди, эти штуки взрываются по бокам? На нем ничего не взрывается, это хорошо. Теперь можно поводить на нем. Открываем, Диман. Димас, у меня на подставке он стоит. Я понял, что он не лагает. Вот так классно идет. А знаете, почему он лагает? Давайте посмотрим. Потому что тут миллион привязок на все колеса. Куча всего здесь. Тут даже на, я не знаю, тут на лобовое стекло, я чё это, не понимаю. Омыватели поставили, что ли? Да, опрыскивает, значит, и моин. Пушка такая прикольная. Пушка вообще в конце, смотри, какая. Давай его взорвем тогда. Взорвем. Надеюсь, у тебя не вылетит. А то я уже боюсь сам. Надеюсь, я не вылетит. А на подставке можно взорвать хоть? Нет, нельзя. Давай проверим. Можно. О, так, Димон, мы же теперь можем на под... Давай, ставь ту тюрьму, мы ее на подставке взорвем. Давай. Блин, это же гениально. Димас, только когда у нас подставки упадет, готовься. Не, она не упадет, мы ее взорвем всю. Димон, мы сейчас... Все, так пусть и будет. Ставь бомбы. Не, давай сначала вовнутрь, да, попадем? Да, о, давай ниже, давай ее в пол, Димон, опускай. О, мы можем зайти теперь с тобой, погнали. Может, на это и был расчет? А, не, подставки он бы не делал. На это был расчет, да, чтобы опустить. Бля, а что двери не открываются? Дверки. Вот так вот. О, ой, диван круто сделан, компьютер. Дима, я такие текстуры не видел раньше. Это Sky-Fi мод, наверное. Кай-фай? Кай-в-лайф? Да, давай осматривать. Вот ты, блин. Я думаю, они ж не будут работать, на подставке стоит, ё-моё. О, Димон, что это такое? Теннисный стол. Ну, где? Вот, смотри. Так это что, туалеты? Давай, Димон, иди ракетку бери. Да, туалеты. Мне нравится, как они сделали сетку из какой-то мотни. Только, Димас, не взрывай, поставь. Хорошо, я не буду, а так хочется. О, давай будем ходить, где мы уже были, будем бомбы ставить. Ну, так, и... так, здесь мы были. А, блин, мы так еще никогда не делали. Мне даже нравится. Будем помечать, чтобы по два раза не ходить, по два раза не ходить. Здесь мы были. Блин, это будет мега взрыв. Очень большой вот взрыв. Здесь вот, короче, этот, знаешь, типа разговорная тюрьма, в тюрьме разговор. А, для встреч. Спасибо, мы встретились. И все, прошли дальше. Отлично, ручка красивая. О. Так, здесь зэки хавают. Столовка. Да, столовка. Какие-то значки здесь странные над дверями. Так, возьму я в руки кубик. Кубик Рубик. О, Димон, тут улица даже есть. Ничего себе. Баскетбол можно погамать. Смотровая площадка для охранников. Пошли. Напоминает Брик Рикс мне. А куда ты пошел? Сейчас, я вернусь. Вот, идем сюда. Буду наблюдать сейчас. О, прикольно. Так. А ну, Дима, смотри, я на вышке. Раньше стекла бились, а теперь не... А, оно ж на подставке, ё-моё, забываю. Чпоньк. Я говорю, чпоньк. Так. Ну и падает, и падает. А, мы же ставим бомбы, точно. Забыл заминировать вышку. Я вернусь, я это сделаю. Мне не леньки ради такого красота. О, тут есть рычаг, который тоже можно нажать. У нас какие-то таймеры есть, офигеть. Тут да тут куча всего, тут даже на вышке рычаг, чтобы дверь открывать и закрывать. Поэтому так и лагал, наверное. Да.
Может, на одного и не будут лагать, а в кооперативе такое есть. Так, мы, наверное, еще не все осмотрели. Не, она очень большая, мы только, наверное, половину. Надо еще, знаешь, что посмотреть? Камеры ихние. Точно. Ой. Вот они, вот они. Это душевая, наверное. Не знаю, может, переодевалка какая-то душевая. Наверное, душевая. Подожди, а что у нас там? Так, все, пойдем. А тут что у нас? Прикольно. Тут куча дверей, давай все проверять. Удаляем все. А это тоже душевая. Тут что у нас? Что-то много душев. Даже на миллион человек рассчитано. Что-то моется, чистоплодный. О, подожди, сюда можно пройти. О, может, тут были бомбы навалены. Значит, все, точно были. Так, пойдем, мы вот там не были. Надо побольше ставить бомбы, потому что они между собой не взорвутся. Блин, я рада, что на подставке взрывать можно. Это, наверное, есть камера. Это и есть камера. Когда нажимаешь, рычажки. Открывается, закрывается, да. Да-да-да, на рычажки нажимаешь, и она... Давай туда... тут заминируем немножко. Пару бомб маленьких. Я что, эти ставлю? Потому что эти бомбы, они сжигают. Все сгорит дотла. И лагать не будет, не успеет. Так что, Диман, больше этих зеленых кабак. Так, ну все, я думаю. Не все. Пойдем на улицу уже? Нет. Мало бомб. Да. Много все. Бомб надо. Давай, Димас, иди сюда. Сейчас. Иди сюда. Проведем, короче, такую лестницу из бомб. Подожди, она не взорвется так. Давай еще поставим. Я хочу много взрыва. Давай. Вот здесь, вот лестница. Ты хочешь, чтобы лестница целая осталась? Я не хочу. Все, Димас, у меня уже просадка FPS-а, давай. Нет, стой, стой, Димас, стой. Я по кругу иду, бомбы ставлю, стой. Ладно, я хочу со стороны увидеть это все. Иди, давай. Если ты близко взорвешь, я не наслажусь этим взрывом классным. Давай, все, давай, Дима, взрывам, я тоже буду стрелять. Погнали. Ребята, это эпик. Пум-пру. Что? О! И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.